Всем привет, друзья! С вами Кайкс Нарумзи и добро пожаловать в Растения против зомби! Меньше слов, больше дела! Хотели новую серию? Получайте! Но не забывайте, чем больше будет лайков, тем быстрее выйдет новая серия! Поэтому, друзья, поддержите этот видосик лайком, не забудьте подписаться, а также нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые мега-крутые видосики! А мы с вами продолжаем! Сейчас у меня уровень 5.4, ну или 5-4. Мы с вами получили несколько новых, ребята, растений. Это капуста-пульт. У нас появился цветочный горшок. Также, ребят, есть зернопульта. И теперь у нас есть кофейное зерно. Посадите зерно на гриб, чтобы разбудить. То есть мы с помощью этого зерна можем будить ночные растения. Я не знаю, как это будет работать, но давайте соберем себе небольшой наборчик тем, чем будем играть. Конечно же, подсолнух. Конечно же, горшок. Дальше, капуста-пульт, зернопульт. И посмотрите, здесь есть, ребята, с железом. Поэтому нам нужно будет использовать магнитогриб. Но, ребята, не просто магнитогриб. Мы его будем будить с помощью кофейного зерна, потому что днем оно не работает. Вы понимаете, в чем прикол? И, наверное, все-таки, чтобы было вообще все хорошо, нам нужно что-то прям хорошее, максимально жесткое. Это пускай будет скорострел. Скорострел нас будет сейвить. Попытаемся пройти этот уровень. Я не знаю, получится или нет. Пока что я не проиграл ни одного уровня. Ни разу не зафейлился. Все пока что прохожу. Ошибок не допускал. Так. Сейчас задача, как всегда, самая главная тактика — высаживать как можно больше подсолнуха, потому что без них мы, конечно же, проиграем, потому что мы не успеем задефать зомби. И вот, все, третий подсолнух у нас уже есть. Теперь главное — накопить как можно быстрее 100 солнца и поставить растение, которое убьет вот это зомби, которое идет по нижней линии, по самой нижней линии. Но опять же, он идет по крыше. Вы помните, у нас уровень с крышами. Так, мы ставим сейчас вот эту штуку, это новое растение. У меня еще его не было. Кукуруза. Нифига себе! Метает и кукурузу, еще и куски. Что, куски масла? Серьезно? Я не знаю, успеет ли он задефать или нет. Так, подожди, пока что нормально. Пока что идет. Пока что идет. А, все, рука уже отвалилась. Рука уже одна отвалилась. В принципе, справился. Так, по нижней второй линии ставим еще одну вот эту вот кукурузомет, или как она называется. Так, смотри. Пошел. Ставим его. И, конечно же, будем. Все, разбудили. Ребята, разбудили. Опа! Отобрали, ребята, отобрали у него игрушечку. То есть мы отобрали у него лестницу. Все, он уже ничего не может больше сделать. С лестницей уже не пройдет. Так, подожди, мне добавить сюда наверх скорострел, потому что здесь два зомби. В принципе, нормально. Давай добавим сюда скорострельчик. Еще один скорострел, у нас будет просто все идеально. Пока что, видали? То есть тактика рабочая, серьезно. Если вы играете сейчас, кстати, напишите, кто сейчас начал снова, если даже вы уже когда-то проходили. Так, смотри. Опа! Хорошо. Разбудим. Вот эти штуки нам лишними никогда не будут. Монеточку нужно подобрать будет обязательно. Так, забираем монету. И последний скорострел. Все, смотри. У нас вот эти магниты будут работать прям очень хорошо. Но я думаю, что нужно поставить еще вниз какой-то магнит, потому что там по-любому, тут по-любому кто-то пойдет. Если он пойдет, он уже, как говорится, пожалеет. Так, смотри, эти у меня работают, 75 монет, разбудили, все. Эти магнитки работают, вообще они должны работать только ночью. Но так как мы их будем с помощью нового кофейного зерна, которое мы получили в прошлом раунде. Да, я его не записывал, потому что я его, ну, скажем так, пропустил, ребят. На самом деле было специально, чтобы, ну, слишком вас, скажем, не нудить. Там были не такие интересные серии. Сейчас начинается самое крутое. Также я стараюсь собирать все монеты, чтобы, скажем, никогда ничего не пропустить. Давайте еще, наверное, по ряду горшочка выставим, потому что у нас слишком жесткая защита. Понимаете, они вообще не могут пройти. У нас просто магниты фигачат, все забирают. Пацаны-зомбики вообще просто в шоке. Просто в шоке. Может быть, еще и скорострелов наставить. Вот, чего бы и нет. У нас 550 солнца. Так, смотри. Бежит. Хопа! Магнитик забрал у него. Так, все. Не добежал, дружище. Ха-ха!
Красота, ребята. Давай, 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 давай. Вот здесь поставим скорострел. Почему бы и нет? Почему бы и нет? Так, магнитики все забрали. Магниты, я говорю, просто легко задефали. Кстати, это уже было немножко усложненный уровень, и пока что все хорошо. Опять идет. Опять идет. Опа! И касочку-то забрали у тебя, дружище. Все, не пройдешь. Давайте еще один магнит поставим. Почему бы нет? У нас денег слишком много. Да ну нефиг, некуда деньги девать. Смотри, еще один бежит. Еще один бежит. Прям за магнитом. Лестницу забрали. Эй, тихо, тихо, тихо. Ты че? Ты че жрешь мои магнитки? Не-не-не-не-не-не. Так мы с тобой не договаривались. Так, лестницу отжали. Лестницу отжали. Блин, кайф, ребята. Магниты просто имба. Почему я раньше ими не пользовался? Я не знаю. Реально, очень странно. Они все отбирают. Он только что пытался прыгун на этой скакалке пройти. Вообще пофиг. Смотрите, какая у нас защита. Просто защита имбовейшая. Ребята, смотри, смотри. Еще один магнит поставили. Не знаю зачем, но поставили. Все, 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 все. У нас есть ряд кукурузин, ряд капусток, два ряда скорострелов и один ряд магнитов, которые я разбудил. Я не знаю, сейчас можно только ставить еще горшки для просто, ну, небольшой защиты, чтобы они просто в него утыкались. Больше я сделать здесь уже ничего не могу. Ну, на эти горшки можно еще что-то поставить. Просто для дефа. И, кстати, это еще не последний уровень. Еще вот, последняя волна. Но я думаю, что я с ней справлюсь прям на изи. Такое не проходится. Такую защиту зомби уже не пройдут. Ну, никак. Ну, никак. Давай, давай, дружище. Просто отобрали. Вау! Нифига! Нифига! Эти камикадзе, они украли! Они украли у меня лад... Нифига! Так, подожди, 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 подожди. Скорострелы. Тихо, тихо, тихо. Фига они здесь сожрали. Фига они здесь сожрали. Так, ребята, жрут! Жрут, 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 жрут. Здесь отбились. Здесь отбились. Так, давай, 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 давай. Фига вы кушаете. Ладно, дайте горшок. Поешьте горшка. Поешьте горшка. Туда еще скорострел. Нифига. Не-не-не-не. Не про... Немножко, немножко. Огни... Поливалка? Это что за поливалка? Так, подожди, новая какая-то штука. Это поливалочка у нас. Для чего она мне нужна? Теперь вы можете играть в саду Дзен. Эй, смотри, ты нашел лейку. Хорошо. По такому случаю я подарю тебе твой личный сад Дзен. Эй, я даже посадил у него несколько ростков. Вырасти их здоровыми, и они тебя вознаградят. Развлекайся. Так, берем лейку, поливаем. И что, монетку? Еще монетку. Еще полил. И чё, подожди, я не понял. Поливайте ваши листы, когда они хотят пить. А, когда хотят пить. Все, хотят пить. Монетки на халяву? Давай, какой... Хочешь пить? Давай, пожалуйста. Спасибо, ребята, мне это нравится. Просто на халяву монет. И что, это так работает? Вашим растениям нужен корм. Чтобы расти, посетите магазин и купите корм для растений. Подожди. Где корм? Эй, приглашаю тебя в отдел для сада Дзен. Я дам тебе удобрение для начала. А посмотри тут, может, найдешь что-нибудь нужное. Так, подожди. Это что такое? Это что такое? А, перчатка. Основные перчатки позволяют тебе пересаживать растения. Золотая лейка позволит тебе поливать несколько растений за раз. Вот, твоим растениям в саду Дзен нужно удобрение для роста. Ух ты, это дальше что? Подожди, подожди. С растением в саду Дзен надо периодически опрыскивать спреем от жуков. Они будут радоваться весь день. Хорошо, этот фонограф будет играть музыку. Растения в саду Дзен, они будут радоваться весь день. За 15 тысяч радоваться? Спасибо большое. Это корешок золотой. Так, но мне нужно купить корм обязательно. И что мне еще нужно? Пересаживать. Давайте пока что начнем с корма. Я не знаю, что это такое, зачем мне пересаживать растения. Пока что нет смысла. От жуков, мне интересно, от жуков нужно что-то делать? Ладно, я купил растения. Может быть, еще растения, мне деньги нужны. Так, давай, поехали, поливаем растения. А, подожди, нужно вот сюда. Ага, и вот сюда. Ух ты, нифига себе. Это все, что вы можете сейчас сделать. Приходите позже, когда ваши растения понадобятся уход. А, мы здесь можем, получается, улучшать наши растения. Офигеть! Просто офигеть! Хорошо, так. А это новый уровень, да? Правильно понимаю? Сад Дзен прекрасен, да? Нажать для продолжения. В любое время ты можешь попасть в него из главного меню. Ладно, хватит об этом, пора защищать твой дом. Предупреждаю тебя, ты возненавидишь следующий уровень. Почему? Потому что там бесконечные зомби на тарзанках. В смысле? Очень сильно, очень. О-ля-ля, а вот эти зомби. Так, зомби на тарзанках, а ну-ка. Офигеть, их сколько здесь, еще и с лестницей, металлические. А, здесь мы можем, получается, только рассчитывать на то, что на сплошной рандом. Так, растения, давай. А, пока не ставим, пока не ставим. Так, их посадили. А, давай сюда и растения. Кушай его, нефиг, 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 ждем. Ждем, ждем, ждем. Я так понимаю, нужно будет есть. Так, подожди, горшок вот сюда. И кушай, 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 кушай.
Хороший зомби, хороший, кушайте на здоровьечко. Так, смотри, вишневая бомба. Розетта приближается, большая волна. Спасибо вам за большую волну. Но прикол в том, что у меня еще не потрачено. Эй, а они же съедят их? А ты же сожрешь? Эй, ребята, вы их съедите. Они украли у меня. Тихо, тормози, пацаны. Пошел, захавай. Так, а этого можно подорвать, да? А, блин, тихо, вишневая бомба, пошла. Бум, хорош, ребята, вот это задефали, все, и живунчика поставили. И защиту поставили. Так, смотри, схавали. Просто захавали пацана. Давайте сюда здесь поставим. Вот то у нас украли тут немножко. Немножко растений мне стыбрили, просто гадины. Жесткая волна, защита. Но тебя сейчас мы задефаем. Пипец, здесь погрызанный тыква, ребята. Бомбы есть. Эти прилетели, гады. Так, ух, нифига себе. Фига себе вы жесткие. Так, пацаны, унесли. Схавай. Подожди, защита. А, живунчик пошел. Ты скушай тоже. Хорошо. Пошел еще один. Так, хорошо. Давай, вот здесь по-любому нужно живунчика. Монетку. А, вот сейчас бомба. Давай. Вот эту кучку давай. Бум! Минус 4. Хорошо. Защиту на живуна оставим. А, здесь задефались. Вот живунчика поставили. Защиту мы убахнули. Этого сейчас съедят. Все. Так, нам нужно срочно живуна. А, можно бежуна. Можно, в принципе, взорвать этих зомбиков легко. Легко. А здесь мы, в принципе, задефали. Все. Нормально, капец. Это что за чесночок? Это что за новенький чесночочек за 50 монеток? Ну-ка, посчитаем. Прогоняет зомби на другую линию. Вот это интересно. Вот это мне интересно. Что означает на другую линию? Нифига себе. Зомби на катапульте. Нажмите для просмотра. Офигеть, он жесткий. Он будет стрелять по моим зомбикам? Ребята, он реально будет фигачить моих зомби. Это какой-то босс, что ли, или что, я не знаю. Так, ладно. А, еще давайте вставлять, пока у нас есть возможность, цветочные горшки ставить, потому что есть такая возможность. И еще можно было бы стену орех, но у нас пока нет возможности. Она в откате. Все, перезарядилась. Хорошо, подсолнышки работают. Горохомет я поставлю с той стороны, где пойдет чувак на теле... Вот здесь чувак на тележке. Все, тормози. Так, прилетели зомби. Сюда, стена орех. Вставляем еще один. Вот это. Ух ты, снесли. Тихо. Поставим подсолнух вместо него. На место. Замена. Так, монет нету. Давай. Горохометчик работает прям отлично. Да, все, это последняя волна. Легчайшая, ребята. Легчайщика. Тактика работает. Стена орех, горохомет фигачит. Что это за папоротник? Пальма-зонтик защищает ближайшие растения от катапульт и зомби на тарзанках. Первая жесткая волна приближается. Вот сейчас либо дефать наших зомбиков, на кого спустится пальма-зонтик. Я сразу, короче, задефаю. То есть, вот сюда. Я не могу, эй. Как? Я не могу использовать, почему? Пальма-зонтик. Так, я могу сюда пальма-зонтик поставить. Так, тихо. Пальма... Я не понимаю, как эта штука работает, но мне нужно в любом случае скорострел поставить сюда. Опять меня утырили. Подожди, а я могу на пальма-зонтик что-то поставить теперь сверху? Подожди. Не могу! Нафига мне нужно это пальма-зонтик вообще? Я не понял нифига. И теперь просто туда будут прилетать, что ли, все мои эти? Я не знаю, как это работает, но да ладно. Так... Фигачит сюда. Я не могу. Как работает пальма-зонтик? Напишите, пожалуйста, срочно, ребята. Давайте прямо сейчас, пока у меня серия не закончилась. Давай, быстрее. Так, с этим разобрались. Скорострел наверх. Пошел. У нас здесь минус одно замедление. Ладно, разберемся. Так, тихо. Вот как раз-таки здесь у нас пошел дружище. Дружище жесткий челик. Так, пошел. Так, грызет. Блин. Захавал, ребята, захавал. А, выкапываем вот сюда. Ставим вот сюда скорострел, потому что он жрет. Жрет мои растения. Так, ребятулечки, аккуратненько, мои хорошие. Пожалуйста, дефаем. Дефаем, у меня защиты здесь нет. А, выкапываем скорострел, еще один ставим. Быстрее, с этим зомби проблема, он прорывается. Прорывает нашу оборону. Быстрее. Так, все, эта линия потеряна. Пока эта линия потеряна, пофиг, выставляем другую.
Жестко, жестко, жестко. Две. Еще солнышко. Идет. Давай, быстро. Давай. Горшок, похавай горшка. Не трогай мой горохомет, гадина. Горохомет сожрал. Ребята, у меня горохомет захавал. Неужели я проиграю сейчас? Тихо. С ним разобрались. Самая жесткая пошла битва. Так, нужно 250. Если что, я ставлю горохомет. По какой линии? Где у нас? Хорошо, вот здесь. Пошел. Заменяем подсолнух. Жрут, гадины. Жри вот это. Не трогай горохомет. Так, здесь пошли. Этого пытается схавать. Хавай вот эту штуку. Нет. Давай. 200 монет. Скорострел. Выкапываем подсолнух. Ставим скорострел вместо подсолнуха. Пофиг, чтобы не прорвались. Неужели я задефался? Пипец, я думал все. Я думал, это капец. Вот это самая бесполезная штука. Пальма-зонтик, я не знаю, как ее использовать. Это было пипец как близко, чуть не прорвали мою оборону, я на ходу все перестроил, и дает вам серебряный и золотой монет. Это растение, которое дает нифига себе, гарантио, это что такое, пока не, это что, босяра? Это реально босяра, ребята, посмотри с маленьким, офигеть, это босяра, ребята. Так, подсолнух, так, хорошо, давайте вместо мы поставим, конечно же, золотую ромашку, мне потому что деньги даются за нее, это мне нравится. Дальше мы обязательно ставим зернопульты, капустометы мы убираем, вместо нее поставим золотую ромашку, так, скорострелы. Но есть у нас две уже ромашечки, которые прям работают на ура. Так, я выставляю новые линии, для чего? Для того, чтобы по этим линиям выставлять потом пень-факир, который будет нам приносить очень хорошие, как говорится, дивиденды по урону. Так, по урону, так, у нас ромашка очень долго перезаряжается. Не забываем об этом. Здесь у нас есть еще один скорострел, и ряд скорострелов у нас будет окончен. Выставляем ромашечку, которая выдает монетки постоянно. Хорошо. Ой. А что-то я здесь завтыкал. А что я здесь наделал? Подожди. Давайте, ты справишься с ним? Мне кажется, что придется выкапывать сейчас вот это и ставить сюда скорострел. Потому что что-то я затупил, ребята. Горох сюда. Так, быстренько. Что мы сделаем? Так, этот идет, его замедлили. Так, его замедлили, правильно? Я делаю пока что вот так. Вот это, конечно, была ошибка. Кабачок, давай. Кабачок у нас поможет. Как говорится, если я не может, то кабачок поможет, правильно? Так, давай вот сюда скорострел. Тут нужно будет его выкопать, потому что он бесполезный. Посадить на место солнца. Да, потеря 200, конечно, солнца, но да ладно. Еще один этот. И теперь горшки. С какой стороны? Нужно срочно монеты. Монеты. Солнце. Потому что нам нужно будет факиры выставлять. Если пойдет жесткий пацан. Во. Жесткий. Его замедлили. Быстренько поджигай. Фига, босяра. Босяра идет, ребята. Смотри, какой гигантский чувак. Ребята, чувак идет. Подожди. Я думаю, что лучше я поставлю вот так. Так, гаси его! Нифига, он не справился! Пошел! Мелкого зафигачил! Так, этого победили! Так, подожди! Что с мелким делать? Подожди, выкапываем растение, ставим сюда скорострел! Ребята, скорострел, он жрет! Жрет, гадина! Хорошо! Задефли, пипец, он... Он меня чуть не нафигачил, ребята. Он мне тут, во-первых, снес вот это. Что мы делаем? Пень-факир. Еще один это, монеты забираем. Я там забил на монеты, потому что если бы я слишком много внимания уделил монетам, я бы просто проиграл. Так, ребята, что нам делать? У нас проблема, ребят. Проблема, подсолнухи вынесли у меня. Здесь нужно вот эту штуку на месте поставить. Так. По монетам все хорошо. Здесь убираем, ставим на место.
что я убрал? Что я убрал? Где? 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 Где мой подсолнух? Монеты, 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 монеты. Пень факир обязательно сюда. А, горшок вот сюда, скорострел. Здесь ромашку, ромашку. И капец, у меня... я просто пытаюсь и денег заработать, и пытаюсь не проиграть, вы понимаете? В чем проблема? В чем проблема? У меня 3700 за этот раунд. Если я его выиграю, это будет жесть. Это будет жесть. Давайте, ребята, пень факир работает. Пень факирчик работает. Давай, давай, давай. Что можно апгрейдить? Что можно апгрейдить? А, пытается сейчас сожрать. Сожрать. Но больше не сожрет, потому что факир сейчас дойдет. Факир сюда сейчас посадится. Так, тихо, 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 тихо. Давай, 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 давай. Хорошо, хорошо. Монеты, монеты, монеты. Блин, я не успеваю. Я не успеваю просто. Я просто не успеваю везде клацать. Так, все. Вроде бы мы вылезли из плохой ситуации. Выставляем уже горшки дополнительно. Еще нужно один пенечек факир как можно скорее. Пожалуйста, давай. По нижней линии. По нижней линии. Мне нужно 175. 175. Так, подожди. Пень факир, пень факир. Солнце, солнце, солнце. Теперь нужно будет, если что, горшок. Вот этого пацана тормозить. Тормозим пацана. Тормозим пацана. Давай, вот этого кабачком. Кабачком, фига себе. Тихо, тихо, тихо. Его запулили ко мне. Его запулили ко мне. Выкапываем солнце, ставим туда быстренько, быстренько, быстренько растение, которое стреляет очень быстро. Давай, 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 давай. Здесь справились, здесь справились. Подожди, подожди, подожди. Быстро, 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 быстро. Монеты загасили, закосили. Это последняя линия. Пофиг, ромашка не жертвует. Ромашка не жертвуем, ребята. Что делаем? Что делаем? Так, с этим справляемся. Нам нужно быстрее выкопать вот здесь растение и поставить скорострел. Монетки! Какие монетки? Солнышко, солнышко, солнышко. Рабочая работа. Давай, скорострел. Скорострел, скорострел, скорострел. Если что, пень факир, у нас все будет хорошо. А, ставим вот сюда. Если что, кабачок. Есть кабачок, есть кабачок. Пофиг. Давай, кабачком, гаси. Хоп! Хорош! Я задефался. Я задефался, ребята! Я смог! Ух, вот это жесть, вот это было жесткий, вот это жестко раунд, наносить большой урон группе зомби, это ваша крыша. Да, о-о-о, боже мой, здесь боссы пошли, арбуза пульта за 300, у нас сколько? 3990 монет. Ребят, давайте так. Мы сейчас закончим эту серию, потому что я и так много прошел. Продолжим в следующей. Здесь у нас зомбарики, зомби пошли. Я буду стараться. Я буду стараться снимать новые серии. Но вы, ребят, не забывайте подписываться на канал, жать на колокольчик, ставить лайки. А также, если YouTube блочит, ребята, все в Яндекс.Дзен, ВК-сообщество, Рутюб. Ссылки есть в описании. Всем удачи. Покедово.